хочу предложить вам на заметку легкую закуску из кабачка с кунжутом. Если вы никогда не пробовали сырой кабачок, то по этому рецепту он вам точно понравится. Для этого рецепта лучше выбирать молодые кабачки небольшого размера с тонкой кожицей. Если любите, то в соус можно добавить мелко натертый чеснок. А подробнее, как приготовить кабачок с кунжутом, я расскажу ниже. Готовится все буквально за 5 минут, а получается настоящее объедение. Кабачок – 1 штука. Масло растительное – 2 столовые ложки. Соевый соус – 1-2 столовые ложек. Лимонный сок – 1-2 столовые ложек. Кунжут – 1-2 столовые ложек. Сироп топинамбура – 1/2 чайных ложки. Перец черный – 1 щепотка. Количество порций – 1-2. Подготовьте все ингредиенты. Кабачок нарежьте овощи чисткой на тонкие ленты. Кунжут обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета. Смешайте все остальные ингредиенты вместе. Попробуйте соус на вкус, по необходимости добавьте соли или лимонного сока. Заправьте порезанный кабачок соусом, перемешайте. Затем добавьте кунжут и еще раз перемешайте. Кабачок с кунжутом готов, приятного аппетита!